Школьники смогут оплачивать свое питание электронной картой. В городской классической гимназии в Якутске запустили проект «Школьная карта питания». Каждому учащемуся выдают электронную пластиковую карту, на которой хранятся его персональные данные и информация о лицевом счете. Каждый родитель может зайти в личный кабинет на сайте авторов проекта и отслеживать покупки ребенка. Разработчики со временем планируют расширить функционал карты. Ей можно будет оплачивать школьные кружки, секции, проезд в общественном транспорте. Очень удобно, ребенок не носит с собой деньги. Я как представитель родительского комитета, который постоянно вот питанием занимаемся, это вот, ну, облегчает очень работу и родительского комитета. Потому что каждый родитель сам онлайн деньги скидывает, смотрит. Если ребенок по каким-либо причинам заболел, не пришел там в школу, ну, мало ли, всякое бывает в жизни, там тогда получается перерасчет на питание не надо делать. Это все фиксируется.